Приветствую вас, земляне. С вами Сенсей. Хочу продолжить игру Watch Dogs. Какая там четвертая часть или пятая, черт его знает. Сейчас посмотрим. Ну, игра так себе, конечно. Она не стоит этих денег, которые они тут. Хотя, с другой стороны, она более молодежная, не для меня. Ну, все равно я сижу, как бы. Пока вроде ничего, нормально идет. Ну, все одно и то же, никакой... Нет ничего вообще, абсолютная песочница. Как обычно, ни одной мне не зашла Watch Dogs. Первая мне понравилась, но с управлением там какая-то заморочка мне, по-моему, я что-то с управлением плюнул, бросил. Вторая уж больно молодежная, но шустрая такая. Это вот вроде всех лучше. Хочу сразу всех поблагодарить, кто заходит на мои каналы. Когда еще не поговоришь, когда игра загружается. Хоть здесь есть когда с вами пообщаться. Переходите на YouTube, ссылки под видео. Кто смотрит на Одноклассниках, кто смотрит в ВК, переходите на YouTube, этим вы меня поддержите. Более 700 роликов у меня, и не только игровые. Только первые части я заливаю, прохождение, дальше... YouTube 2К. Дождитесь хорошего видео, и видео будет 2К как положено, чуть похуже, чем у меня. Я играю. Будет отличное изображение. Просто надо дождаться сначала Full HD, потом 2К будет. Премьеры всегда плохо, плохое изображение. Премьеры я делаю для того, чтобы сообщить, что вышла премьера. Те люди, которые подписаны, привет. Они увидят сообщение. Привет, тебе придется ее подхватить. Ладно. О, дресня какая-то, блин. Что это за хренососень-то у меня? Я сел. Так. Погодите-ка. А что у нас тут? А вот какая-то хренотень. Ну-ка, а зачем мне этот балбес-то? Мне надо матрешку взять другую. Черт, мне это не нужно. Сирогон. А это кто такой? А, вот она. Кожаная задница. Че он делает? Мама, Асана, Асана. Привет, это Бэгли. Я не вовремя, есть дело. Думаю, я готова. Отлично. В Асане стоит. Слышите там? Чтоб тебя кто-то трахнул. Смотрите, там задание у меня появилось. Ё-моё. Давайте вот это посмотрим, что это такое вообще-то. Не знаю, шпион, агент. Давайте посмотрим, что это за черт вонючий. Происходит. А что-то у меня изображение что-то. Почему именно сейчас? Чересчур это какое-то. Вот черт. Ну, резкое, блин. Че у меня тут? Фантастик поставлен, блин. Тупорезно. Поставил. Все равно какая-то резкость. Чуть-чуть. Нет, нормально сейчас пойдем. Я делаю чуть порезче, потому что там перекодирует эти хреноту всю эту перекодирует. Слушай, не сдавайся. Так, где тут это? А что это за очки? Вот? Очки тихо. Просто надо подобрать, что ли? Давайте вот сюда вот лучше. Нет. Только не так. Ты сорвалась такая девочка. Шустрая подружка. Да. Я понял. Как туда пройти? Да, я тебя. Блин, эти дома, бля, вонючие. И, понимаю, в Ассасине там раз перепрыгнул и плевать на. Здесь надо весь квартал, бля, оббежать. Я просто разбежал, бежал, бля, и в тупик забежал, бля. Да, это же... И кого в этом винить? Разработчиков, бля. Ну, смотрите, тут второй дом, блин. С какой стороны его? Вы, дома-то вы видите, какие дома-то, блин? Вы бы еще небоскребы тут поставили с парковками, со всей дресней.
Ну и что тут закрыто? А, может быть, надо туда пройти? Мы не станем улаживать дело, но внизу... Эх ты, прошел. Прошла. Зря ругался. Не двигаться, сканирую. Какие-то проблемы? Не понял. Как так вообще вышло? Это что за очки способности, что ли? Что это? Открывай! Те, господа. Все закрыто везде, я не пойму, что тут за херня такая? Ты меня не слышишь. Да все нахрен насрать. Ага. Ковыряться с этой дресней надоело. Вот сюда на. Туда уж совсем далеко, это барбоса надо брать. Давайте все сюда поедем. Ага. Где у нас это? Нет. Тропа. На тропу войны сейчас. Да. Блин, вот эта тачка стоит нормально. Только она уедет сейчас, пока я не буду. Эх, матреха. Вот такие вот дела. Блядь. Хотел бы сигналить, сигнал-то, блядь, не. Мама, мамочка! Блин, это что это за машина такая? Это слишком уж шустрая, блядь. Вообще я остановить ее не могу даже. Смотрите, она юркая больно. Надо что-то был корыт какой-нибудь взять тяжелее, блядь. Симфония какая-то херачит. Матрешка слушала, блядь, предыдущая. Сука, мотает ее вообще, конечно, блядь, супер. С дороги! Гонщик, блядь, есть, блядь. Пидашка, блядь. У меня так пидашка, блядь, не разводится. Блядь, проехал мимо, вот тупица, блядь. Вот что-то навигатор ничего не говорит, я какой раз проезжаю, блядь, ёпта. Почему он ничего не говорит там? Вы приехали. Я стараюсь как могу. Было бы интереснее, блядь. Стой на месте. Ты в розыске. Уже какие-то обезьяны ко мне. Знаешь, слышали? Знаешь, почему-то кажется, что тебе не все равно, что творится у нас в городе. Вот это поворот. Конючат уже какие-то мерзавцы. Мне нужен человек, который проберется туда, где его никто не ждет. Ну и рожа тебе шаром. Смотря что у тебя за дело. Сейчас кину тебе координаты. Там файл, который нужно украсть. Сделаешь? Снова поговорим. Денег сколько стоит это? Чё, о деньгах-то вообще в разговор нет? Божество бестолковое. А? Смотри, чё тут делать? Ты будешь умолять меня о смерти. У тебя нет шансов! Цель в вашем районе. Вот так вот, мужик, блядь, вонючий. Черт, блядь, мешок с говном. Снимай эту дресню-то с башки-то, ну. Эх ты, дура, блядь. Не снимает она дресню-то эту. Координатор-то где эта тупица, блядь? Ну, конечно. Заховайся куда-нибудь. Пока ее видят, наверное, она... А, она невидима у меня же, может быть. Ну и чего тут? 5 секунд, блядь, невидимости. Зачем это нахуй? 5 секунд. Ну понятно, там, наверное, надо прокачивать и так далее. Ну, блядь, не с 5 секунд же начинать ее. Диспетчер, цель вышла из поля зрения. Прием. Ну и все, пошли вы нахуй. Где этот тюфяк-то, блядь? Что ты мне сказал и пропал куда-то? Снимай дрищ свой с башки. Диспетчер, мы возвращаемся, прием. Тупорез-то этот, где задание-то мне дал? Так, задание какое-то. Да бес с ним, чем, блядь. Тут
То ли тут задержки какие-то с этими заданиями. Давай, бери машину, поехали нахер, чертовой матери, блядь. По заданию. Матрёха этой поедем. Я так плевать. Всё так? Не человек, а куча дерьма. Ты про кого это, блядь? Ты мне что сказал, блядь, тупица? Блядь, нанять? Какой нанять? Пошёл нахер. Мне кажется, ты хочешь сражаться за Лондон. Ты же из ДТЕК, да? Может, подсобите? Сделаем все возможное. Что случилось? Мою подругу прихватил Альбион. Документов у нее нет, а значит, депортация. Вызволять ни в чем не повинных людей из лап Альбиона – это наше любимое хобби. Не, все не так просто. На ближайшем КПП ее примут снова. Нам нужен паспорт, и не абы какой. Ланкелли барышит качественными биометрическими подшивками. Мы не занимаемся подделкой. Ладно, займемся. Спасибо. Если ты дура, вы что не поможете, ли? Я верну долг. Мужик сказал, мужик сделал. Мужик пошел нахер. Ну уже подумай, что ты делаешь. Хотел по морде ему дать, блядь, нажал я. Я. Так, где машины? Машину надо остановить, машину. Вот эту машину куда идет? Блядь, реанимация. Мужик, извини, блядь, может, он на вызов ехал. Как это говно-то выключить? Не радио-то, блядь, вонючее. Сирена, ручной, что-то вправо-влево. А где радио? О, сирена! С дороги, ублюдки. Что такое я не в тусу? На-на-на-на-на. Эх ты, блядь. Так я вот чё еду-то, блядь, можно по встречке выпить. Резвая девка. Ну-ка. Вот эту машину, видите, приятно прям везти. Не то, что эту дресню я взял, блядь. Срачник мелкий, блядь. Она вообще неуправляемая, блядь. Нет. В жизни наоборот бы ту, конечно. Ширк-ширк и там она, и в дамках, как говорится. Чё это такие за рисунки, вы видели? Направление, блядь, чё-то с нюху сбилось, блядь, направление-то, блядь. За хера такие. Чё, быстро я приехал, да? С мигалкой. Блять. Эх ты, блядь, по мордасе, блядь. Черту какого-то, блядь, палкой этой. Влупил, блядь, палкой. Черт. Здесь я не пойму, вот это для меня дорога. Вон едет, блядь. Тихо, перекрестки, блядь. С дороги, тупица! Блять, их и бараны. Господи, боже мой, в самом деле, что ли? Или делали игру бараны, или там бараны у них на улице. Да у них такого нет. Это у нас, блядь. Наверное, только такие наездники-то, блядь. Оп. Блядь, я думал, я его вообще не увижу. Давайте, блядь, быстрее, шевелитесь. Блядь, выкружили. Маленькая машинка, как ты моя машинка. Чё-то я, бля, кружить уже устал, ребята. Реально, бля, уже напрягает эта поездка. Крокодил, куда вот он едет, бля? Куда ты едешь, тупица, бля? Колхозан, бля, с дороги! Сирена я не включаю, она сама включается. Вообще прикольно. Не надо даже нажать на нее, она сама включается на перекрестке. Видать, блядь, пикап. Так, все. Дорого ремонт обойдет. С дороги. Машина быть где-то здесь. Постарайся ее не разбить. Ага, ясно. Чего разбить?
чё там, блядь, прослушал эту тупицыну? Ты чё пьёшь тут, мужик? Ага, комната мечей. Приходишь туда, надеваешь мягкие жилеты. Класс, блядь, надо надеемся. Запретная зона. Ведь она оружие даже не помнит. А это, полагаю, сверкающий способ компенсации, мы все знаем чего. Фу, ну реально? Чего? Все, блядь, теперь я не залезешь, не зайдешь. Потеряться в лесу и... Так, у нас же это хрена соседи есть. Здесь она не может пройти, больно легко будет. Угнать ее нахер. Назад, блядь. Пошли, найдем эту гниду. Чисто, иду дальше. Вон они, ну, встревожились, эти барбосы-то вонючие. Ну и куда ты? Здесь ты нигде не залезешь. Опять, блядь, трясню оделаешь. Ну так и будет меня напрягать с этой трясней. Эх ты, блядь, забралась её, я даже не думал, что она заберется. Обдурить всем надо идти. Поисками. Мерзавцы, блядь. Машина у меня. Что дальше? Красавица, да? А теперь утопи ее в Темзе. Прости, что? Я не собиралась ездить на ней. Просто хотела нанести врагу удар ниже пояса. Ё-моё! Я и не выйду отсюда, блядь. Придется, блядь, вышибить мозги, блядь, некоторым ребятам, блядь. Как, блядь, оружие-то брать? Я уже и забыл. Достань чуть посерьезнее, блядь. Вот. Покажись, или кишка танка. Ты чё не... Ты чё не стреляешь-то, блядь, дура? Чё это она у меня... Накурилась, что ли, блядь? Ну игра, блядь. Я чё, не за углом? Блядь, меня вон сверху откуда... Кто меня вообще лупит-то, я не могу понять. Вот здесь-то кто меня лупит-то? В жопу-то мне, блядь. Смотрите, смотрите, вон, вон. Помощь, я с радостью. А знаешь что? Дедсек нужен как раз такой человек, как ты. Присоединяйся. Смотрите. Это весело. Разве увидишь его там, блядь? Он попадает в меня, я у него не могу попасть, блядь. Сдох, что ли, этот барбос? Блять, у меня другая кнопка-то, блядь. Черт, я валю! Стреляют! Ты все, пошел он нахер там стреляет, да? Тут черт не так. А где машина-то, блядь? Кто на ней уехал-то, блядь? На дороге, что ли? Прикройте! Перезарядку! Это вот эта машина, которую я должен забрать. Ребятки, блядь. Я что-то всосать не могу. Где машина-то, которую надо взять? Подождите-ка. Эх, и ничего себе, блядь. Чурбан какой-то, блядь. Вы видели, что творят, блядь? Все, у меня задание, видать, провалилось, или что, я не пойму. Где точил ты это? Нет, конечно, здесь вот эти все охраны, вот эта вся дрянь, редкостная дрянь, особенно эти полицейские. Вообще просто берутся из воздуха, блядь. Меня нет уже, блядь, они все дрочат там. Оставьте меня в покое! Кто-то сказал, мне проблемы нет. Тут лайтс нам на улице, блядь.
называется, как у нас. Тут я имею в виду, когда они лают. Ну! Ну и чего, все? Доигрался хрен на скрипке, блин. Сушите весла, сэр. Какие-то клоуны тут ходят, вообще их просто пиндюрили, вот просто так, видать. Да. Здесь что, стройка что ли рядом? Я чуть не вижу никаких строек. Блять. Че-то ко мне идет что ли, кобылка? Че они встали-то, я не пойму все. Че они стоят-то, я не пойму. Ни светофору, блять, ничего. Стали и дрочат, ну. Куда идти-то, я не пойму, ну. Блять, что за игра такая, блядь? Непонятно. Блять, половину не поймешь, ну. Задание, блядь. Что там задание? Блядь? Выходи нахер отсюда. Че, охота помахаться? Не... Завяз! Отдай! Ах ты, блядь, что, на кулаках, что ли? На! Каска это тебе, блядь, по каске, блядь. В вашем секторе. Возможно, вооруженное сопротивление. Ясно. Глядите в оба, народ. Это моя, что ли, машина? Да, я хреново. Вижу цель. Прошла КПП. Остановлю транспорт цели. Повторяю, цель вооружена. Блять, откуда она взялась-то, я не пойму. Я, по-моему, наоборот, от нее. О, спасибо, что развернул. Блять, чуть-чуть. Мочил вот тут, блять, устроил сейчас. Эх, матреха, не повезло тебе. Опа, а я вот такая шустрая. Смотрите-ка, блядь. Запрыгла курица, блядь. Блядь, со всех сторон мусорюги, блядь. Ух ты, блядь, вот эту красавицу. Вольсваген какой-то, блядь. Пора заканчивать с погоней. Нет, конечно, вот интереснее намного в мафии. Мафии. Кстати, у меня мафии там есть, смотрите. Мафии намного интереснее. Вот это поднять, смотрите, поднять. Так я же себе поднял. А, вон, в эту сторону. Стоп! А, для них и для дураков, для этих, что ли? Давайте поднимем еще раз, на. Что-то поднять нечего. Эй, мужичьё! Вы куда, блядь? Тупицы, блядь, эх и тупицы. Да что ты, блядь, в дерево не влупись, курица. Как обычно сейчас, как в кино, блядь, какой-нибудь тупик я заеду, блядь. Меня накроет. Вы смотрите, смотрите, они как, блядь, догоняют, да? Они просто из-под земли берутся, блядь. Эх ты, ничего себе, блин, матрёха, блядь. Я тут плевать похоже, блядь. Интересно, я тут развил события, блядь. У них препятствие перед, на дороге пропадает, вот эту машину. Как они обошли эту машину? Она там посреди дороги упала, блядь. А, вон, вон эти, с граждане. Вот, заграждение сразу, видите, я поставил и все, и сразу... Эх ты, блядь, КамАЗ, нахуй.
так вот можете такси, блядь, петь? Ребятки, с ручником надо тормозить, блядь. Может, в море куда-нибудь улететь? Зажали уж там вообще конкретно, блядь, зажали. Ой, сычары, блядь. И они, видите, как на ноги встают быстро, блядь. Они не встают, а просто машина переворачивается, на, как им надо, блядь, и едут дальше, блядь. Вы не позволяете другим жульничать в карты? Почему в жизни должно быть по-другому? У них тоже уже побиты, будь здоров. Что такое влево? Сообщите. Так дальше интереснее. Все. Тоже машинка. Мы выслушаем. Откуда вот они берутся, смотрите. Как, блядь, тараканы, ну. Эх ты, бляха, муха. Здорово, блядь. Все, что ли, отцепились? Вылазь нахер, блядь. Вот два клоуна, блядь. Стоят тут еще. Опять пронесли. Тебя все водить учили. Так точно, таранил транспорт цели. Какие-то страны. Блять, надо просто их замочить. А? Блять, уже достали эти, блять, уроды. Все. Все, что ли? Кто тут, блядь, еще? Кто ты, блядь? Кто? Где? Что за мерзавец? Да что ты, блядь, смотри, на хер попадешь, блядь, по этому говну, блядь. Чё это за... Машин, смотрите, понаехал, блядь. Они не заканчиваются, я так понял, блядь. Дроны движутся к цели. Смотрите сейчас, как быстро они за мной поедут, смотрите. Они уже там развернулись и все уже за мной лупят. Где тут их, блядь, реализм, блядь? Тут же, блядь, машин, то есть оторваться невозможно. Надо обязательно какие-то преграды делать, блядь. Шустрые парни, блядь. Ох, катили меня. Мы задание будем сегодня делать, нет, блядь? Я уже настоебенил эту херня. Турбо нету здесь. Дроны эти за дроны, блядь. Эх, ты развернуться не дали, блядь. Есть. Чувак, блядь, ну. Они что-то так прицепились ко мне, блядь, вообще конкретно, блядь. Никак не отцепятся, блядь. Блять, замотало меня, замотало. Завертело, запердело. Летчик-испытатель, блядь. Гонки, блядь, тут вообще, блядь. Мафия, блядь. Пять. И какая четыре. Блять, все надоели они, индусы, блядь. Внимание, мы везем погоню. Нет, прошу. Давайте, блядь, идите сюда. Нам было в метро сразу спрятаться, да? Проблем бы не было никаких. Хрен они нет. Бегут, еб. Право на ошибку, не видим цель. Чисто, иду дальше. Иди отсюда, блядь. Парни. Че он не может отключить, что ли? Трясло, блядь. Искать нет смысла. Берегись! Вс
всем патрулям. Рядом один или несколько подозреваемых. Принято. Сидят там, ждут, блядь, смотрите-ка. Не обязательно все усложнять. 5 секунд, блядь, нет. Тресняет, взорвалось. А на метро можно ездить, интересно? Че, закрыто-то все? Я задание не могу понять, почему мне задание не дают. Сейчас я переключиться не смогу, наверное, да? Так, задание. Че, вроде все выполнены, я не могу понять. Она каску снимает. Диспетчер, преследуем цель. Ну чё? Пойду проверю. Выдвигаюсь. Ищу укрытие. Вон там, ищите. Кошмар какой-то. Ну иди, куль, дура. Ищу укрытие. Смотрите, смотрите, сейчас сразу машина появится. Да. Дрон только, сука. Это гораздо. Никак нет, цель не обнаружена. Заканчиваю поиск. Отходим. Прием. Блять, еле отцепились. Я, блядь, полчаса тут дрочил, блядь, еби, да. Гонялся, блядь, с этими чебуреками, с этими, да. Че делать-то, я не пойму. Почему, блядь, задания-то не дают, блядь? Я такая плохая девчонка, что мне не дают задания, блядь. Тупица. Звонят тебе. Вот во что. Нет, может мне надо на базу прийти? Черт ее знает. Где у меня база? Вот это? Какие-то новые задания есть тут? Да? Машину надо опять найти. Ты сейчас отнимешь, блядь, машину, а разъезжаться эти хорьки, блядь, вонючие. Ну, на тресне я точно не поеду. Блять, до первого поворота эти быстрые. Где машины-то все, блядь? Че, машины никто не паркует на улице? Что за страна-то такая? Дай машину! Ключи от машины. Вот, ладно, попало. А че это, блядь? А че никто не вышел? Смотрите-ка. Че там, блядь, за черт там? Я пассажиркой сел, что ли? Ай, смотрите-ка! Не вышел никто из машины, блядь. Вот это чудеса творит игрушка, блядь. Как эту дресню выключил? Ну, вроде музыка хорошая, но... Я просто боюсь, что у меня это... Банить там будет опять этот... Чурбан, блин. Ютуб. Постоянно ему все не нравится, это, блядь, музыка, блядь. Че, нельзя, блядь, не дать, не взять, блядь. Лично геморрой. Зачем вот этот круг мне нарисовали, блядь? А, блядь, здесь встречка, ну и что ж. Вот по этим надо линиям ездить. Точно никого не заденешь. Столбы это мои любимые, по-моему. Так, погодите-ка, где? Вот. Сканирую.
Ух ты, ну сейчас мы с вами дадим тут по мордасе. Секрет успеха сопротивления в том, чтобы набрать специалистов в разных областях. По мужским мордам. Люди, которые умеют драться, тоже полезный ресурс. Кулачные бои позволят тебе найти тех, кто умеет двинуть в морду, а также получить по ней. Победив всех соперников на арене, ты сможешь сразиться с чемпионами. Докажи свое физическое превосходство, и, быть может, они согласятся вступить в дедсек. У приматов, кстати, похожие социальные игры. Я и буду драться, наверное, с приматами. Только я не могу понять, дартс. А где это говно-то? Где драться-то нужно? Или он мне не договорил еще? Ожидаем данные о протестах. Что-то я не всасываю вообще в эту систему дресни. И где вот я сейчас буду? Где это место-то? Сады какие-то вонючие. А? Надо, может, отметить задание надо специально. Все мигают, все кнопки мигают у меня тут. Я ничего не делаю, но завербуйте. Черта какого-то. Где драки-то, блин? Вот основные задания, следить. Вот они, надо, оказывается, их тыкать, блядь, обязательно. Скоты. Тяжело оставлять все как есть. Скоты, блядь. Тыкать надо специально, блядь. Кто мне тут, блядь, сука, подсказал об этой херне? Да они то сами появляются, теперь тогда, ты... Тогда, возможно, самое время обратить внимание на слона посреди комнаты. Найджел Касс, миллиардер, сделавший состояние на войнах, и директор ЧВК Альбион, местной банды гопников. Он больше всех выиграл от терактов. Призывать людей к сопротивлению — это прекрасно, но этого недостаточно, чтобы освободить Лондон от хватки Альбиона. По крайней мере, пока им управляет Газ. Ого! Серьезно? Ты хочешь бросить вызов лидеру наемников, которые нас терроризируют? И как это сделать? Возможно, Бегли нашел брешу в броне Касса. Бывший сотрудник и друг, затаивший обиду. Он может стать бесценным союзником, если убедим его помочь. Блядь, такие города здесь помойки какие-то, блядь. Я не могу понять, что это, блядь. Как эти помойки оказались, блядь, в таких местах вот эти. Забегалки вонючие. Знаешь, мне почему-то кажется, что тебе не все равно, что творится у нас в городе. Да ладно, ты из дотек, что ли? Тихо! Поможете мне? Ну-ка вылези оттуда! Все возможное. Что случилось? Я занимаюсь благотворительностью. Ну, по сути, мы помогаем людям без документов скрыться от отрядов депортации. С недавних пор все мои подопечные перестали отвечать. Мне стрёмно, потому что на них это не похоже. Не волнуйся. Мы проверим этот проект и узнаем, все ли там законно. О любых подозрительных действиях сообщайте сотрудникам Альбиона. Чё, опять туда идти, блядь? Так это я в своем кабинете. Помоечники вы. Метро какое-то. Где Артемка? Я тебе туда побежал. Да. Вот еще накуренный стоит этот курица. Тоже ей надо задание какое-то выполнить, полицейское. До нее очередь дойдем, возможно. Итак, поговорим о ЧВК Альбион. Единственной британской организации, которая угнетает страны третьего мира больше, чем правительство Британии. Главу Альбиона Найджела Касса ангажированные СМИ называют харизматичным визионером, а борцы за права человека – военным преступником. Альбион получил ключи от города, чтобы восстановить порядок после терактов. Как удобно, даже слишком. Все так. Значит, у нас есть две причины обратить внимание на Касса. Я нашел кое-что. Хэмиш Баладжи, уроженец Лондона. В 14 лет стал стипендиатом фонда Касса. Саид. Тут даже был его наставником. В 16 лет спроектировал первых дронов для Альбиона. Интересный факт. Касс отложил их запуск, чтобы приурочить его к дню рождения Хэмиша. Касс для Баладжи как Василий второй Василий Альбабаевич. С чего ему помогать? Вася. У них случилась размолвка после инцидента в Дельте Нигера 3 года назад.
По данным расследования, которые успешно замяли, КАС создал приказ уничтожить деревню, жители которой были против постройки трубопровода. Но как верблюда. Баладжи посчитали виновником саботажа. С тех пор он в бегах, но, судя по всему, вновь объявился в Лондоне. Хочет искупить вину, как в случае с протестами. Хэмиш спроектировал дронов КАСа и пытается разоружить Альбион. Он умеет заметать следы, но догадка хорошая. Я вообще как твидя в апельсинах, блядь. Чего там Альбионы какие-то, какая-то дресня, блядь. Итак, наша задача — найти Баладжи раньше Альбиона и убедить его, что КАС — наш общий враг. Хэмиш наш шанс остановить Альбиона и вернуть себе доброе имя. А также цель крупнейшей ЧВК в мире. Чё, по-простому нельзя, что ли, как-то по-простому все это сделать? Через кусок говна подается этот сюжет. Это потребовало некоторых усилий, но я определил область, где мы с наибольшей вероятностью сможем найти Хэмиша Баладжи. Отправляю данные на твой оптик. Дальше что? Как отсюда вылупиться? Так, где у нас эта ходиловка-то? Так вот же она, чё тут закрыто все? А, вон. Потерялся, блядь, в своем офисе. Тупорез, блядь. Пип-па-па-пару-пап. Ну, я думал, тут город выгрузить, я уже в городе сейчас. Машину-то вот здесь, блядь, в офис поставили. Вон, смотрите, смотрите, вот телега стоит. Ну, чё я возьму вашу машину, мужчина? Извините. Надо развернуться мне, да. Ну, я так уж прям развернусь. Думаю, никого не обидно. Ой, извини, дружок. Это смерть. Это была смерть. Кожаные штаны. Сирена у меня есть еще. Ну ладно, шуметь не будет. Так, потихонечку. Второй мотоциклист, блядь, чуть не попал мне, блядь. Под левку, блядь. Чуть не замял я его. О, вот здесь вот я поеду. С дороги мелочь, чья машина больше, то ты прав. Да? Блять, даже никто не пожаловался, а крокодил это забрал, блядь, дурака. Пальшку разинул, блядь. Никаких жалоб, блядь. Кто это? Блядь, я машину это даже не заметил. Даже не заметил эту дресню. Я уже накатался сегодня, блядь. Реально. Ой, опять это. Опять та же харя, блядь. Рандулет. Вот такая машинка у меня, ребятки. Серьезно. Здесь какая-то дырка. Баладжи постоянно сует нос в дела Альбиона. Тайком, разумеется. Но мне удалось определить, что обычно он действует отсюда. Ну что, поздороваемся? Не спеши. Вот эти отметки, бля, где-то лежат там нахрен. Его нет дома. Знаю, что у тебя на уме, но входная дверь связана с ловушками, которые уничтожат его данные, а потом и тебя. Ну, или в обратном порядке. Какой-то он параноик. Раз к нему домой пытается вломиться вооруженный инсургент, значит, опасения были оправданы. Подключись к системе безопасности и используй камеры, чтобы обезвредить ловушки. Ясненько. Я ничего не понял, блядь. Подождите-ка, мне вот это говно надо взять.
Че это я включил? Камеру какую-то, что ли? Контроль. Ну, ничего. Вверх, вниз, вправо, влево. Как выйти-то отсюда? Как из этой дресни выйти-то? Выйти из кейса. Полагаю, точка доступа на крыше. Как думаешь, я пролезу через те окна? Конечно, если сможешь туда добраться. Есть три варианта. Первый – использовать подъемник для мытья окон. Второй – найти строительного дрона. Третий – вернуться домой и решить начать новую жизнь с понедельника. Ага, куда это она упала? Третий мне всех больше понравился. Воду она бухалась. Курица тебе. Как подъемник-то? А, вот. Как им, блядь? Управлять-то? Что-то я не могу понять. Подожди. Может, еще ближе отдать? Как спустить-то его, блядь? Давай спускайся, на. Корёк, блядь. Взять по контролю, ну. Дальше что, блядь? А, вон, блядь, это, вверх-вниз. Я думал, надо мне здесь сделать вверх-вниз. Все равно ничего. Ну и говно какое-то я, блядь, взял по контролю. Ну и дресня. Наконец-то отвисли, блядь. Отвалились. Запрыгивай, курица. И здесь надо управлять, что надо. Блядь, перепрыгнуть. Чуть не прыгнул, блядь. Теперь, наверное, на этот надо перепрыгнуть. И теперь этот, наверное, надо подключить, блядь. Точно, блядь, дресня вонючая. То есть один подъемник, он сам туда не поднимается. Какие-то ловушки, блядь. Блядь, да что там? Возня машины. Так, приблизить. Масштаб. Ты все, зачем я эту камеру мне вообще тут сунул? Все, пошли. Завалимся. Все. Как обычно. Ну, дальше что? Чё ты кобылой, блядь, ничего не делаешь? Взламывай давай, чё она делает-то, я не пойму. А, вон, нажать надо было, блядь. Я уже забыл, когда я взламывал две игры назад, блядь. Ловушек и правда много. Ты не шутил, когда сказал, что весь дом именно шпигован? Ты можешь отключить ловушки, перенаправив питание. Ага, ясно. Ей ясно всё, какая ты умная девочка, блядь. Добро пожаловать в ваш... А мне вот нихера не ясно, блядь. Я как свинья в апельсинах, блядь. Пора очнуться, люди. Если где-то существует сценарий создания тоталитарного государства, Альбион уже вовсю трудится над его эпилогом. Благодаря теракту они получили почти безграничные возможности. Так, я поворачивать-то их не могу сейчас, да? Страхах городских властей, которые с радостью вручили ключи от города Кассу. Так, Альт, управление, что тут, масштаб только и всё. Петля так и будет затягиваться, и если мы не начнем действовать, никто не будет бороться за нас. Только мы можем все изменить. Так, повернуть. Блядь, заработал уже. Одна уже включилась. А, вот здесь отсюда начинать. Да куда ты, Игорь? Так, другую камеру надо перейти.
Нет, только так вот, больше не кажется. По этому кругу, да. Чему здесь не делается-то, я не понял. Да. Не соединено, потому что. Вот дерьмо-то, да. Ты где камера-то у меня другая? Сука, здесь нет больше камер. Вот за угол, как туда мне завернуть, блин, не пойму. Стой, камеры, а где еще? Только две камеры. Блять, как это говно выключить эту. Все? Приехали, блять. Блять, разгадка-то вроде легкая, где-то на поверхности, блядь. Вот он, блядь. Теперь здесь прекратил. Две штуки я соединил, и все, и больше меня ничего ни хера не звучит. Вот эту я не могу соединить. Как будто мне камера вон там на стене, блядь, я не вижу что-то. Ну вот она, наверное, сюда подошла. Она вот здесь должна пройти, блядь. Как ее сюда протолкнуть? Вот так вот. Вообще обожаю вот такие хреновины всякие. Так, может вот так поставить ее. Ни хрена не получается. Так, здесь это точно вот так должно стоять. Гадалки не пердит. Запустить надо красный вот сюда. Конец, блядь, раскрутил, блядь. Блядь, на машине было интереснее. Ловушки обезврежены. Думаю, теперь шансов погибнуть будет существенно меньше. Надеюсь, что так. Ну чё, тики-так? Господи ты, боже мой, напугала она меня. Эх ты! Ассасин попёр её. Не забыли они эту херню. Ассасинскую. Одно и то же шлепает, блядь. Каждый кот одно и то же. Эх ты, чё ты, блядь? Мы 10 минут посидеть за выпивкой, если как один завсегдатый... Всех, блядь, увольняли, блядь, те, которые что-то, блядь, могли. Зачем? Что игры-то вообще совершенно новые, а все со старыми названиями. А Watch Dogs это вообще три одинаковых игры. Ну, как аддоны, блядь. Ну, первый, ладно, она там была только зачинка. А вот вторая и третья, они вообще идентичны. Еще одно движение, и все, включая возможно, тебя, рванет. Не торопись, Сэй. Все вместе, ладно? Может быть, ты вообще ну, кто? И что тут делаешь? Сетки делаешь? Интересно, Альбион? Наверное, играть. А вот ну, как одному, так и тренинг. Я за хороших ребят. Что, дедсек? А я в таком случае Че Гевара. Прощай. Извлекай сам себя, и все, ничего интересного. Все одно и то же. Альбион знает, что ты... Взломать, проникнуть. Хочешь, убей меня. Но беги. Никаких поворотов. Вот, блин.
Ты ведь не врешь, да? Ну, тактически они похожи. Твою мать! Думал, я осторожен, но и дебил ты, Хэмиш! Слушай, Каз хуже, чем кажется. Поверь, все мы знаем. Иначе зачем мне рисковать своей жизнью? Может, потому что Каз вам платит? Вы же наемники. Слушай, нам нужна помощь. Он, у него голос лучше, чем у нее. Он стоит за мы играем за нее. Ни хера вы не знаете. Вы понятия не имеете, кто такой. Ее голос должен быть вживую, а его через колонки. А здесь наоборот. Похоже, вы были правы. Срань, думай, Хэмиш, черт, ладно. Все потом. Я их отвлеку. Вали. Нашел. Давай! Да ладно, ты кожу поливай. Пошли, пошли! Не стой столбом! Бойцы Альбиона не слишком разборчивы при выборе цели. Я вот там катер видел. Почему бы и на него не забрать? Блядь, ёб... Мерзость, блядь. Где заходить-то в этот катер-то, блядь? Я не могу понять, блядь. Давай садись, поехали. Курица, блядь, глупая, да. Блядь, пока ломал, взламывал эту трясню, блядь, рука, блядь, повернула, блядь, не туда. Здесь вообще выехать-то можно где, нет? Здесь и выехать-то нигде нельзя, нахер я сюда сел, блядь. Я как тупорез, блядь. А где они выезжают? Здесь лодки-то вот по этому озеру плавают, и все. А, вот, наверное, сюда все-таки. Блядь. Я ни черта не вижу. Я ничего не вижу, блядь, куда ехать-то, блядь, не пойму. Свет-то, блядь, вот только сейчас, блядь, начал. Блять, урони эту тресню, блять. Да все, вылазь нахер отсюда, блять. Надоело, блять. Вылази, блять. Сука, вылази, тварюга, блять. Она опять уселась, блять. Ай, блять, расстреляли все патроны, блять. В эту дуру, блять. Убежать проще, чем уехать, блять. Вот игра-то, видите, какая супер, блять. Супер-пупер, блядь. Там дроны, блядь, задрачивают, да. Взял, убежал просто и все. А что, прикольно было? Кто там стреляет? Смотрите, там за километром, километр до меня, блядь. Они стреляют, блядь. Че стрелять за километр, блядь? Редкостная дрянь. Иногда тут некоторые вещи выбешивают, блядь. Диспетчер, не вижу цель. Спрятан. На 3 секунды, блядь. Какая-то разве вот помогает херня? Надо посмотреть, блядь, где прокачка-то, блядь. Может, прокачать мне там что-то, да? Возвращаемся. Так, давайте-ка посмотрим. Задание, команда, блядь. Данные, магазин, блядь. Чё-то магазин. Технологии какие-то, блядь. Ну, как это... Дольше, да, если двигаться медленно. Ну давайте вот это. Чё-чё-то. Всё? Всё заблокируют? Крокодилы мне нахер не нужны. Вот эту вот. А где оружие? Оружие вообще закрыто. Там, наверное, очков нам не хватило, да? Похоже, этот переполох убедил нашего нового друга Хэмиша, что нам нужно действовать сообща, чтобы справиться с Кассом. Он готов сотрудничать. Что это за мерзавец, блядь? Меня уже выбешивает. Что это за мерзопакостная тварь, блядь? Треплет языком постоянно, блядь. Ой, блядь, не то нажал. Так, давайте, с заданием я вроде разобрался, да? Что, стоит у нас задание, что не так? Так, ладно. Ага, вон, наверное.
сосисками на башке возьмем. Пошли. Куда вы отвалились? Рядом. Рядом, туда не подлезешь. Опять это какая-то тюрьма, блядь. Отследить, чё на нет? С какой стороны-то? Ну давайте с этой что-то. Гонки я тут устрою, конечно, да? Жесть это. Они были интереснее, чем сама игра, блядь. По крайней мере, мне больше зашло, блядь. Эти гонки, блядь, зашли. Блядь, вообще, да. Тюрьма какая-то, блядь. Города, блядь, просто так наляпали, блядь, не разобравшись, все подряд, блядь, сували, блядь. Но... В лондонский Тауэр? Туда даже мышь не пролезет, а мы и подавно. Слушайте, я бы помог, но теперь Найджел меня ищет. И в момент найдет, с таким-то количеством камер сети ОС. Я своей мордашкой рисковать не стану. Нам нужен человек из Альбиона, который готов предать своих. Я связался с нашей сторонницей, которая работает в пабе неподалеку. Где еще искать разочарованного в жизни антигероя, который заливает угрызения совести алкоголем и втайне мечтает об искуплении? Наша знакомая знает, что нам нужно, и подыщет подходящего кандидата. Привет. В умении выбирать сложные цели вам не откажешь. Вы же в курсе, что там штаб-квартира Альбиона? Я вообще тактически люблю, это же игрушка тактическая, по большому счету. У нас один фиг нет. Кас презентует толпе утырков свой секретный проект. Такие игры тактические. Так пить дать, это не сулит нам ничего хорошего. Сраный Найджел Кас. Согласна, это подозрительно. Но знаешь, когда работаешь в паге, слышишь кучу сопливых историй. Много кто из Альбиона недоволен текущим положением вещей. Надо только врубить харизму и уболтать, переметнуться. У меня даже есть кое-кто на примете. Класс! Сбросишь мне его данные? Бегли передаст всю информацию. Сейчас она тебе его сбросит прям так. Перевербовать кого-то из Альбиона? Это риск. Эти отморозки постоянно убивают мирных жителей. Если нам не удастся найти хоть одного разочаровавшегося в своей работе, у меня плохие новости для человечества. Кстати, осведомитель нам бы тоже не помешал. Ну, на это я бы не рассчитывал. Найджел умеет вычислять шпионов. Говоришь по личному опыту? Я сегодня не в настроении плакаться в жилетку. Давайте, ладно, на этом закончим. Заходите на YouTube, смотрите более 700 роликов, как я уже говорил. И не только игровые. Все ссылки под видео. Прохождение полное и только на YouTube. Всего доброго, берегите себя, до новых встреч.